98% тюменских школ и детских садов обеспечены камерами видеонаблюдения. Остальные 2% появятся в этом году. Информацию о работе системы «Безопасный город» обсудили сегодня депутаты. Сейчас в Тюмени под присмотром 4500 камер 306 муниципальных объектов. Большая часть установлена в тех местах, где часто бывают дети. С каждым годом число камер растет, администрация анализирует ситуацию с правонарушениями и в особо сложных местах оперативно внедряет систему «Безопасный город». Депутаты полгода назад просили чиновников позаботиться о фиксации на пешеходных переходах. Когда последний раз рассматривали вопрос, мы ставили вопросы подземные переходы и надземные переходы видеонаблюдения. Надо? Абсолютно надо. Абсолютно надо, особенно в ночное время. Да и в дневное время отслеживать не только правонарушения, но и административные, чтобы не мусорили. Также наблюдения есть в некоторых дворах, парках и скверах. Депутаты призывают обеспечить постоянные видеофиксации все спортивные и культурные учреждения Тюмени.